Слушай, какие планы на выходные? Не знаю. Может, фильм посмотрю или в социальных сетях посижу. А у тебя? А я вот с семьей хочу провести время. Не хватает живого общения. Сколько времени мы проводим в интернете? Час, два или полдня? Электронный мир затягивает свои сети, забирая ценные минуты общения с семьей и друзьями. Поход в горы или кино – классические варианты семейного отдыха. Но что делать, если фильмы пересмотрены, а туристические тропы изведаны? На помощь придет гончарное ремесло, которое издревле считалось семейным. Для семьи я бы посоветовала создавать вместе один единый сервиз. Детки могут делать какие-то небольшие предметы, например, чашки или сахарницы. Мама может делать блюдо под фрукты, папа будет делать чайник. Каждое изделие сохранит свою индивидуальность, но при этом оно будет общим комплектом. Особой популярностью пользуются семейные фотосессии, которые могут запечатлеть памятный момент на долгие годы. Подобные съемки проходят как в студии, так и на природе. Очень важно идти на фотосессию не просто на там, 10-15 минут. Есть сейчас и такая возможность, когда там, быстро пофотографировались, получили фотографии и ушли. Именно получить эмоции. В объективе фотографа часто появляются несколько поколений одной семьи. Такие снимки самые ценные. Фотографии, которые останутся на долгую память, потом показывать там, детям, внукам, правнукам и так далее. Наверное, каждый в детстве мечтал быть сыщиком или детективом. Если вас до сих пор манит мир тайн и загадок, по душе придутся квесты. Увлекательные задания объединяют семью в настоящую команду супергероев. Плюс в игровой форме у детей развивается логическое мышление. Квесты, они делают семью командой, то есть это сплоченность в первую очередь. И плюс это приятное времяпровождение, это очень интересно за счет логических заданий, красивых декораций, красивых историй, которые мы рассказываем перед квестом. Поэтому очень нравится людям. Совместно прожитые эмоции объединяют, что особенно важно для современных детей, психика которых все чаще формируется под влиянием всемирной сети. На самом деле те семьи, которые так делают и, наконец-то, хоть раз в неделю убирают все свои гаджеты, да, отрываются от интернета и проводят вместе время, у них сплоченность и их внутреннее ощущение счастья намного выше, чем в остальных семьях, кто этого не делает. Для того, чтобы испытать эмоции, не обязательно зависать в виртуальном мире. Достаточно отключить интернет и провести время с родными. Лейля Басырова, Иван Ковалев, Алексей Романов. Утро нового дня.